Твоя мать общалась с духами, поэтому оказалась в больнице для душевнобольных. Наука обосновала гипотезу о ясновидении шаманов. Они открыли путь в другое измерение и узнавали прошлое и будущее. Однако для этого они использовали опасные практики, связанные с замедлением и остановкой дыхания. Это позволяло отделиться от физического тела и попасть на другой уровень существования. Мы называем их практиками астральных проекций. Чтобы использовать их, нужно иметь особый дар и долго тренироваться. Это смертельно опасный эксперимент, поэтому не советую вам его проводить. Кажется, это слишком притянуто за уши. Устройся поудобнее. Закрой глаза. Сосредоточься на дыхании. Твое дыхание замедляется, и сердце останавливается. Твое астральное тело покидает физическую оболочку. Астральные проекции позволяют связываться с духами за пределами этого мира. Эти практики плохо на него влияют. Зачем ты это делаешь? Я всего лишь хочу заглянуть в тот мир, чтобы вернуть свою маму. Твоей мамы больше нет, но есть кое-что другое. Засними. Посмотрим, правда ли твой дух отделяется от тела. Попытка астральной проекции номер два. Это не похоже на твое астральное тело. Может, тебе стоит сходить к экстрасенсу, чтобы во всем разобраться? Это было как сон, но он был таким реальным. Во время спиритического сеанса мы подключимся к твоему астральному телу. А затем увидим, куда оно направится и с кем там встретится. Похоже, ты привел сюда что-то, чего здесь никогда не было.